Сияет солнце над водою, и лучики искрят в глаза. Как хорошо, что есть такое, и в этом мире мы друзья. Пусть волны плещут, ветер дует, растет трава, цветут цветы. Меня все это так волнует, ведь в этом мире я и ты. В избытке сил обновления, познавшая радость и любовь, в простом ты видишь все творение и к жизни новой вновь готов. 5 июля. День Евсевия. Назван в честь жития и страданий святого священномученика Евсевия, епископа Самосадского. Он оказался тверд во время арианской ереси, отставил православную веру. Гонения были настолько сильны, что очень много церквей осталось без духовенства. Евсевий тайно обходил города и ставил епископов. Менялись цари, а святой Евсевий продолжал отстаивать веру христианскую, правильное учение. За это его то изгоняли, то возвращали назад, и так было до самой старости. Сегодня утром наши предки отправлялись в лес для сбора целебных трав и заготовки свежих веников для бани. Вечером парились в бане, используя эти веники. Считалось, что сегодня день наиболее благоприятен для исцеления души и тела. И баня, как самое действенное средство, помогала обрести крепкое здоровье аж на весь год. Сегодня крестьяне могли повторно сеять редис. Приметы. Сегодняшний дождь предвещает хороший урожай. Жаркий день, значит, в декабре ударят крепкие морозы. Если в этот день мухи роем кружатся над животными и особенно сильно докучают людям, скорее всего, это к дождю. Доброго здоровья всем любителям утренней каши в голове. В эфире инородное шоу «Малахову плюс». И сегодня у нас, как всегда, в студии много пенсионеров. Ну вот, видите, вот так меня представили. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!